Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и да, я решила обновить свой гардероб на весну, ну а что, птички поют, солнышко светит, снег еще не растаял, но весна вот она уже на пороге, и совсем скоро станет тепло, красиво, солнечно, уютно, и можно будет гулять. Поэтому я срочно решила заказать новую одежду, потому что вы знаете, как я люблю шопиться, как я люблю обновлять свой гардероб, а потом его расхламлять, но я, как и многие, столкнулась с трудностями, ведь сейчас многие бренды ушли с российского рынка, это и мой любимый H&M, он мало того, что первый закрылся и ушел, так и сразу закрыл сайт, оборвал, так сказать, все контакты, ну, короче, скрылся. Zara, Bershka, Stradivarius, в общем, вся сеть Inditex тоже свалила. Да что уж там говорить, даже Shein и ASOS тоже не работают, заказать на них ничего нельзя, ну, в общем, все, просто пипец. Всем привет, ребята! Мне тоже нужна новая одежда, но Маша мне ее не заказала. Но зато я хочу очень посмотреть, что она там себе заказала такого интересненького. Ой, привет всем, я Фунтик. Я тоже очень хочу посмотреть на новые шмотки, а потом на них поспать. Я так всегда делаю. Спасибо. Да, ребята, в общем, я нашла очень крутой российский бренд, который придумывает и производит одежду здесь у нас в России. Это значит, что он никуда, я надеюсь, не пропадет, потому что вещи, которые я посмотрела на сайте, которые я себе заказала, просто топовые. А самое главное, они все необычные, но в то же время максимально базовые. Короче, я все запутала вас, да? Давайте начинать распаковку и примерку моей новой одежды на весну. Поехали! Та-дам! Вот такую коробочку я получила вчера в СДЭК. Кстати, она пришла безумно быстро, несмотря на то, что многие заказы отшиваются после того, как ты уже оформишь заказ. Для меня это было очень неожиданно, потому что после того, как я оформила заказ, со мной связался менеджер и сказал о том, что все, Мария, спасибо за заказ, ваши вещи начинают отшиваться. Я такая, чё? Такое реально? Это возможно? И реально, многие вещи, конечно, есть в наличии, лежат на складах, а некоторые прям шьются после того, как вы их заказали. Меня это, конечно, очень удивило. И, кстати, хочу заметить, коробочка брендированная. А это значит, что нас ждет что-то суперкачественное. Для меня всегда брендированная коробка означает о том, что бренд все-таки заботится о том, чтобы как-то выделяться среди остальных. Ну вот, допустим, я недавно Victoria's Secret открывала, у них коробки обычные. Так что, знаете ли, кто тут крутой, надо подумать. Еще и скотч. Ладно, коробка, тут еще и скотч брендирован. Давайте открывать. Блин, она такая напыжная. Честно, я удивилась, что коробка маленькая. Реально, я думала, мне придет такая вот коробища. Я не понимаю, как туда все укомплектовали, потому что заказ у меня большой, почти на 40 тысяч рублей. Там несколько костюмов, там блузки всякие. В общем, не буду спойлерить, сейчас сами все посмотрите. Кстати, досматривайте это видео до конца, потому что там вас будет ждать приятный бонус. А я уверена, что вы точно что-нибудь захотите заказать на сайте City Star, потому что одежда у них реально бомбская. Я еще в этом не убедилась, но надеюсь, что я сейчас в этом убежусь. Кстати, ребята, вот. Ссылочка, конечно, будет в описании, но если что, вот так называется сайт citystarwear.com. И они, как оказалось, очень много лет. Да, Баксик, они очень много лет на рынке, но я об этом раньше не знала. Они уже на рынке почти 10 лет. Я в шоке. Я немножко даже волнуюсь. Ну все, давайте открывать и смотреть, что я там назаказывала. Мы создаем стиль для жителей современного города, делаем вашу жизнь туточку удобнее и ярче. Благодаря оригинальной и функциональной одежде. Спасибо за доверие, с любовью, команда City Star. Вот это я понимаю. Вот это прикольно. Погнали. Вау. Моя любимая шуршашечка. И тут, ребята, наклеечка, ну не хухры-мухры. Ну, видимо, начнем мы с самого яркого и самого маркого, с белого костюмчика. Прикольно. Ну, прям, знаешь, чувствуется, что отшивалась где-то в ателье. Тут такие дела. Все, я не буду ничего спойлерить. И первая вещь на весну – это белый костюм. Вернее, не первая вещь, а первый комплект одежды. Не знаю, как вы, я просто обожаю белый цвет. И особенно сильно люблю его носить весной. Потому что когда, если не весной? Ну, чтобы, наверное, вышел и засрался, но зато красиво, ярко. Сразу видно, что ты любишь рисковать. В общем, это костюмчик с брючками и со свитшотами. Я не помню, это с капюшоном вариант или без, потому что я заказала два костюма. И это, ребята, с капюшончиком. Боже, он бомбический. Реально такая приятная ткань. Вы заодно видите мои первые впечатления, потому что, мне кажется, это очень важно по ощущениям. Ткань очень качественная. Она пахнет новой тканью, ребята. Она не пахнет какой-то вот шейновской, вот этой вот китайщиной. Она прям пахнет качественно. Очень прикольно. Давайте сначала посмотрим на свитшот. Он такой оверсайзный, прям как я и хотела. Я, честно говоря, переживала, что вдруг будет не оверсайз, потому что я первый раз заказываю вещи у этого бренда. Хоть там и, конечно, указаны все размерные сетки, где что нужно замерять, какой размер нужно заказывать. Даже у них некоторые товары можно выбирать по ростовке. Грубо говоря, там вместо 1,64 м, 1,71 м рост выбираешь, а
метр семьдесят, там метр восемьдесят, другой. Он реально оверсайзный, очень приятный. Из необычного я вижу то, что обычно на классических свитшотах нет вот таких вот линий стежков, но здесь есть вот такой вот необычный геометрический замысел. Я не помню, в каком я это размере брала. По-моему, все вещи я брала в размере L. Если вдруг что-то будет как-то куда-то отходить от этого размера, я вам скажу. Но точно не больше. Либо L, либо M. Также хочу отметить, что все швы на этой толстовке безумно качественно вышиты. Просто посмотрите. Ни единой ниточки, вообще ничего не торчит. Очень прикольно. Сразу чувствуется К. Качество. Ну-ка здесь посмотрим. Да, и здесь все классно. Самое интересное для меня, как на меня сядет это худи и насколько будет глубокий капюшон. Вы знаете, что я очень люблю глубокие капюшоны, но на первый взгляд он такой, нормальненький. Теперь давайте посмотрим на брючки. Надеюсь, они подойдут мне по длине. Смотрите, здесь нету таких завязочек. Это для меня не критично, но я люблю, когда завязочки, но на сайте на самом деле не было видно, есть завязочки, нет завязочки. Говорю сразу, нету. Но зато есть огромные глубокие кармашки. Сюда можно не один телефон положить. Это для меня очень важно. Я люблю всякий хлам наложить в карман. Да, почему нет? Знаете, просто девушка, которая одевается чисто в масс-маркете, чисто вот H&M, Zara вот с этими вот постоянно торчащими нитками в пиджаке за 10 тысяч, я в шоке от этого качества. Я реально в шоке. А может быть, оно и к лучшему, что вот эти все Зары ваши ушли, мы начнем носить качественную одежду за меньшие деньги. Кстати, да, вы, наверное, спросите, Маша, какой флис на весну? Ну, извините, у меня позавчера было минус 20 градусов, а сегодня минус 8. 22 марта, сегодня 21 какой? Ну, конец марта, ребята. В апреле тоже будет не слишком жарко, поэтому эта одежда у меня реально на весну. Живу я на Урале, так что извините, не Майами. В платье ходить пока что рано. Ребята, это просто бомба. Я реально влюбилась в этот костюм. Он такой удобный. Я даже себе представить не могла. Просто посмотрите, рукава. Они свободные. Они свободные, прям как я люблю. Ничего вообще не сковывает движение. Посмотрите, как это смотрится. Малышечка просто такая вообще прям бомбовская. Я не хочу его снимать. Можно я не буду его снимать? Вот я понимаю, что там целая еще коробка одежды, но я не хочу его снимать. Это невероятно. В нем можно просто спрятаться от всего мира, от всех проблем, вообще от всего того, что происходит, и побыть в своем мире. Очень классный капюшончик, очень глубокий, очень приятный. И самое классное в том, что этот капюшон, он двойной, посмотрите, то есть здесь нету начеса, то есть тут двойная ткань. Это очень круто. Знаете почему? Потому что не будет зашершашкиваться, запачкиваться головы, понимаете, да? Штанышки. Они свободненькие такие, классненькие, мне очень нравятся, удобные, прям капец, прям вообще супер, пушка, бомба. Смотрите, как сзади. Вообще класс. Теперь я поняла, как тут все укомплектовали. В общем, каждая вещь несложна в отдельный пакетик. И за счет этого экономится место. И за счет этого я могу тут так выбрать, что я хочу следующее посмотреть. А следующее я тоже хочу посмотреть костюм. Раз и два. Мой любимый темно-синий цвет. Этот костюм необычный. У него очень необычная худяшка. Сейчас вы поймете почему. Цвет бомбовский. Кстати, такой же костюм был еще в темно-бордовом варианте. Я, честно, думала, наверное, где-то час бордовый или синий, бордовый или синий. Но потом поняла, что все-таки синий больше мой цвет, нежели чем бордовый, но бордовый тоже очень красиво смотрится. Он такого винного оттенка, очень насыщенного, дорого-богато, знаете? Ну, понимаете, да, о чем я? Вау, какая бомба! Я так и не узнала, как называется такой тип худи, вернее, это не худи, это свитшот с замочком. Может быть, сегодня вы мне напишите, я узнаю. Он такой прикольный. Смотрите, какие здесь большие зубья. Вау! Класс. А еще тут брендированный замочек. Но если вдруг вам не нравится, то можно снять, в принципе, но реально снимается. Вдруг для кого-то это важно. Качество такое же, как и у белого костюма, то есть ткань, по сути, такая же, абсолютно. Она тоже флисовая, да, тоже такая мягенькая, тепленькая. L на размер 170-176. Видите, как клево то, что можно выбрать ростовку. У меня, как вы знаете, постоянные проблемы с брюками. Они мне всегда короткие. Вот, просто вот всегда. Так что надеюсь, что эти брючки будут мне идеально по размеру и по росту. Тут еще и карманы есть, я в шоке вообще. Тут еще и подклад, что ли? Ё-моё, ребята, у толстовки есть еще подклад. Это очень необычно, такое, честно, вижу первый раз. И такую идеальную строчку я тоже первый раз вижу. Ты видишь, да? Кстати, очень жаль, что у них нету мужской одежды. Я хотела Денису там посмотреть какой-нибудь костюмчик. Да, я там уже зашла, посмотрела платье. Я сейчас заходила на сайт, думаю, может, там какие-то новинки есть. Там появилось просто шикарное желтое платье. Я вам даже вставлю тут видео. Я это, правда, увидела не
на сайте у них в Телеграме. Оно мне очень понравилось, а на сайте я его не нашла. Может быть, это новинка, которую еще как бы не успели выложить. Я теперь это платье, в общем, хочу на лето, потому что оно такое бомбовское, оно такое красивое, оно очень необычной фактуры. Знать бы, сколько оно стоит, и знать бы, когда оно появится в наличии, потому что я прям в него влюбилась. Жду теперь, когда его можно будет заказать. Ну, а теперь давайте посмотрим на брючки. Мне у них понравилось то, что у них есть специально такая линия. Девочки, она визуально стройнит. Не знаю тоже, как она профессионально называется, но когда на брюках есть вот такая вот как бы зажимочка, вы становитесь стройнее. Ножки становятся более вытянутыми. Это я сейчас как бы проверила уже на себе, могу я вам сказать. Ну и раньше я много раз такое тоже слышала. Просто идеальнейшие швы. Ребята, это просто культовая штука, серьезно. Во-первых, этот костюм можно носить сразу с несколькими вариантами, а именно толстовку. Смотрите, во-первых, как хорошо сели брюки. Я себя сейчас чувствую какой-то Олечкой Бузовой. Такие брючки хорошие. Но реально за счет стрелки нога реально вытягивается и смотрится стройнее. Что насчет толстовки? Я поняла, что ее можно вот так вот на талии прям зацепить, и будет как бы объемно она собираться. Стильно, модно, молодежно. Ее еще можно вот так сделать. Но так тогда не засунешь руки в карманы. Брюки на высокой посадке, это очень важно. Смотрится прям бомбовски. Еще я сейчас только заметила, что здесь есть такая имитация как бы молнии на брюках, потому что когда я только распаковала, я этого не заметила. А вот уже когда примерила, сразу стало все понятно. Кстати, хотела заметить, что если вдруг вы, как и я, любите оверсайз, посвободнее, все дела, то этот костюм лучше взять на размер побольше, потому что, видите, на модели он такой прям свободный. И я думала, что он тоже идет оверсайз. Но на мне мой размер смотрится, конечно, очень хорошо, но он прям размер в размер. Если надо оверсайз, то лучше взять на размер побольше. Мне очень понравился, 10 из 10. Теперь давайте посмотрим что-то более реально такое летнее, легкое. Я бы даже сказала, что это реально заглянула я вперед на лето, не на весну, и заказала вот такой комплектик. Здесь у нас леггинсы. Вау, бомбовски. Я обожаю велосипедки. Летом очень часто хожу в леггинсах-велосипедках, но поскольку это короткие, это не леггинсы, это велосипедки. У них длина, знаете, чуть выше колена. И футболочка. Цвет для меня такой необычный, шоколадный, или мокко он называется, не знаю. Она такая качественная, эта футболочка. И она оверсайз, кстати, да. А еще у нее очень необычные рукава. Это не просто футболка, это футболка с рукавами 2-3, 3-1. Не знаю, как они называются, я что, походу, не знаю. Футболка даже брендированная. Качество очень приятное. Размер тоже L. Хотите прикол? Мы с этим костюмом тезки. Я зум и он зум. Именно так и называется эта модель. Я сейчас зашла на сайт посмотреть, какие есть цвета, потому что поняла, что все, это то, что мне нужно на лето, и желательно 7 комплектов, чтобы на понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Просто смотрите, как он офигенно смотрится. Здесь прям ожидания и реальность ушли в лучшую сторону, потому что, видите, я ожидала, что леггинсы будут чуть выше колена, а в моем случае они прям вот по колену, и это даже лучше. И я посмотрела, сколько здесь цветов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, реально 7. Можно заказать прям целую недельку на каждый день недели на лето. Это очень круто. Я, наверное, следующий цвет, который хочу заказать, будет либо бежевый, вот такой вот, видите, он прям такой базовый, либо поярче. Вот этот мне очень понравился. Круто. Да, вот этот прям классный, освежающий. Напишите в комментариях, какой мне лучше выбрать еще один костюмчик. Я, конечно, недельку не буду заказывать, но хотя бы еще один из этой коллекции Zoom точно хочу себе приобрести. Ну, а вы пишите, какой лучше, бирюзовый или бежевый. О, мне кажется, его не было, когда я делала заказ. Смотри, как тоже круто смотрится, особенно на загорелом теле. Вообще бомба. Но этому костюму я, конечно, поставлю 10 из 10. Он очень стильный, очень крутой. Даже Денис сказал: ой, Вася! А еще я забыла отметить то, что здесь, видите, стильно, модно и необработаны края. И на рукавах тоже. И мне нравится то, что они вот так вот локоть закрывают. Ну, вообще прям класс. Не, ну а что, я люблю костюмы, у меня тут почти все костюмы, но не только я костюмы заказала. Кстати, на сайте есть еще очень много крутой верхней одежды, и вся, ну не вся, конечно, она, но есть огромный ассортимент верхней одежды из эко-кожи. Мне безумно понравились плащи коричневые и голубой, и они настолько мне сильно понравились оба, что я не смогла в итоге выбрать какой. Верхняя одежда тоже есть на сайте, так что если кому-то надо, то можете зайти и посмотреть. И досмотреть это видео до конца. В конце вас будет ждать приятный бонус в виде скидочки. Мне кажется, бежевый костюм должен быть вообще у всех, потому что это база, понимаете? Это база. Это база. Здесь худи необычное, оно укороченное, в отличие от, допустим, белого костюма. И этот уже костюмчик прям на лето, прям на теплую весну, он без начесика, он очень тоненький, и я бы даже сказала, такой немножко охлаждающий. Прикольно, тут такая вставочка, то есть это кигуруми со специальным вот таким вот. Вау, я первый раз такое вижу. Карман сделан из более тонкой ткани, как будто. Приятно. Только что по штанишкам.
Вау. Такой цвет нежный. Он даже больше какой-то бежево-персиковый, что ли. Вообще крутецкий. И тоже все швы безумно качественные. Тут куда-нибудь хочется залезть, куда-нибудь посмотреть, чтобы что-то было некачественное. А тут, ну, посмотрите, какая строчка. Очень все качественно. Да. Отряд бежевых готов. Смотрите, мы теперь с Баксом в одной команде. Ребята, она под меня маскируется. Говорит, хочет быть такой же красивой и бежевой. Но все мы знаем, что в семье я один бежевый и красивый. Костюм у меня, конечно, зашибенский. Такой же хочу. Но бежевый тут только я. В целом, костюм очень приятный к телу. Единственное, но... Но это мои заморочки, ребята, мои заморочки. Я люблю длинные рукава, а здесь они вот как надо, не длинные, понимаете, да? Но они не короткие, то есть они прям идеальные. Просто я люблю подлиннее. Ну и теперь то, что ждали многие. Примерка капюшона. Я его не примеряла, так что сейчас будем впервые это делать вместе. Ну такой, не супер, конечно, объемный. Не как в белом костюме, но, в принципе, может, потому что он летний, типа, что летом, зачем капюшон? Но глубокий, то есть нормально, закрыться можно. Давайте немножко отличимся от костюмов. Костюм у меня здесь еще есть, но я вам хочу показать что-то более женственное, что мне, как бы, не очень присуще. В общем, я заказала вот такую рубашку. Ткань вообще другая, не такая, как я ее представляла. Она очень плотная. Я представляла, знаете, такой хлопок тонкий, как из H&M. Вот, типа, как здесь. А она вообще не такая, ребята. Но зато я почему-то думала, что она будет идеально белая, а она больше такая какая-то кремовая. Но мне, как обычно, нужно просто читать описание товара. Я этого не делаю никогда. Ну, посмотрите, да, вот сравнение. Вот здесь ткань, она тонкая-тонкая. И здесь. Я как будто из гардероба эту маму взяла. Потому что раньше вещи были качественные. В общем-то, это классическая такая удлиненная рубашка. Кто-то ее может даже, наверное, носить как платье. Но мне кажется, я точно не буду ее носить как платье. Ее можно сочетать с джинсами, с леггинсами, с какими-нибудь кожаными брючками. Я же ее вообще планировала носить с, по-моему, кожаными леггинсами, которые я в итоге не нашла. Но ничего, сейчас найду что-нибудь в гардеробе, с чем я ее смогу сочетать. Здесь очень необычный рукав. Это не классический. Он такой немножко расклешенный и с красивым вырезом. Вот, ребята, как смотрится это платье на модели. Да, там написано, что это платье-рубашка или мини-платье, хотя написано, что рубашечка. И я нашла состав. И здесь у нас 80% полиэстер и 20% вискозы. А по качеству вообще ее по ощущениям не скажешь, что здесь полиэстер. Я в шоке. Может быть, конечно, какая-то ошибка. Но не знаю. Также на сайте можно посмотреть рекомендации по уходу за каждым изделием, что я, наверное, и сделаю, потому что вещи очень хорошие, нужно за ними ухаживать. Я готова посетить ваше фэшн-мероприятие. В общем, я не нашла, к сожалению, тех самых леггинс, с которыми я планировала носить эту рубашку, поэтому, сори, не идеально сочетается с джинсами, я это понимаю, но надеюсь, что в скором времени я найду идеальный низ под эту рубашку. Кстати, ее, в принципе, можно носить как платье даже мне, но нужно белье не обычное, а бесшовное, потому что оно немножко тут просвечивает. Очень прикольные рукава, необычные, реально мне необычные, очень красивые и элегантные. Ты должен так брать мою руку и говорить: Мария Анатольевна, будьте моей женой. Или вот такую вот штуку можно снимать. Ну, поняли, да, как раньше было в тренде. Не хватает одной детали, да? В моей голове просто сразу промелькнула мысль о том, что эту рубашку можно заколлаборировать с каким-нибудь топом или с футболкой. Я нашла вот такую вот маечку, и, по-моему, смотрится очень круто. Но теперь реально стильно. Я обожаю носить рубашки именно в таком формате, в расстегнутом, и с какой-нибудь маечкой, топом или блузочкой, но это не блузочка, ну, в общем, с чем-то снизу. Мне кажется, это очень стильно, очень модно, и прям на века эта мода, знаете, прям база. И к этой рубашке я еще заказала очень необычный аксессуар, о котором я мечтала давно, но никак не могла найти именно то, что я хочу, и вот на этом сайте я нашла. Как вы думаете, что это, скрипчите в комментариях? И нет, это не ремешок. Нет, если кто-то об этом подумал, эта штучка более трендовая. Я думаю, многие ее хотят. Вот я надеюсь, что с ее размером я угадала. И это, внимание, корсет. Господи, хоть бы я угадала, хоть бы я угадала. Офигеть, как он прикольно смотрится, ребята. Единственный минус этого корсета в том, что его размер никак не регулируется. Вроде бы я замерила свои параметры. Надеюсь, что я сделала это правильно и выбрала нужный размер. Одевается, как вы понимаете, он вот так. Его можно как и с футболкой, так и с этой рубашкой, так и с чем-то, с чем вы только придумаете, понимаете, да? Он сделан из эко-кожи, и с обратной стороны он закрывается на молнию.
удобно. Можно закрыть самой, потому что на всякие вот такие вот защелочки очень сложно самой закрыть корсет, и нужно кого-то звать на помощь. А здесь, как говорится, сильная и независимая справится. Очень качественно сшита, очень приятная ткань. Вообще, по ощущениям, как будто это натуральная кожа. Есть одно но. Я не знаю, куда в этом ходить. Так что, ребята, пишите в комментариях Денису, чтобы он меня повел на свидание. Или куда-нибудь в офис. Буду работать. Я хочу похвалить себя за то, что я заказала правильный размер корсета. А еще я сейчас все-таки в вариации платья и, может быть, немножко просвечивает нижнее белье. Я не была готова к тому, что оно будет просвечивать, поэтому прикрываюсь. Можно реально носить эту рубашку как платье. Это такая крутая вещь, что это прям какой-то комбинатор идей. Три в одном. Платье, рубашка, накидка. В общем, все в одном. Покупаешь одну вещь, она заменяет тебе сразу три. Я хочу поскорее попробовать закомбинировать эту штуку с какой-нибудь футболкой, с какой-нибудь крутой белой футболкой. Кстати, тоже можно посмотреть на City Star. Я хотела себе заказать там базовую футболку, но подумала, блин, закажу себе лучше какой-нибудь костюмчик еще. И заказала костюмчик вместо футболки. Теперь понимаешь, нужно было заказывать футболочку. Базовую, белую и черную. Там такие, кстати, тоже есть. Следующая вещичка. Это, ребята, лонгслив белый. Был еще черный, но я решила то, что мне нужен именно белый. И эта вещь тоже очень-очень трендовая, потому что смотрите, что у нее есть. Вот такая штучка. В общем, это кофточка укороченная, я бы назвала это кроп-топ, но написано, что это лонгслив, ну, потому что, видим, рукава длинные. И он тоже не классический, то есть это не как во всех там масс-маркетах. Во-первых, у него здесь есть специально вот такая штучка, крутая, модная, но разрез под палец, ребята, чтобы быть настоящей кошечкой. Низ говорит, это прям твое, это типа вот как будто твоя вещь из гардероба, и это реально так, я ее одела, и как будто я всю жизнь ее носила. Лонгслив на 10 из 10, теперь хочу такой черный, он просто бомбовский. Вот эта штучка, на удивление, даже немножко повискивает на мне. Ну, понимаете, да? Типа, можно было, наверное, и размер М взять. Единственное, но рукава бы были короче. Смотрится, в общем, апупенно. Последняя вещь. Целых две вещи. В общем, это комплект, и я его приберегла на десерт, потому что он моего самого любимого цвета на свете. Розовый! Ребята, конечно же, я не смогла пройти мимо розового костюма. Если что, такой костюм есть во многих цветах. Просто зайдите на сайт, посмотрите, голубые, черные, бежевые. В общем, заходите, смотрите. Я, конечно, выбрала розовый. Тоненький костюмчик. То есть он прям на лето-весну, весна-лето. В общем, эта модель как белый костюм, который я показала вам первый. Только там был утепленный вариант, а здесь облегченный вариант. Потому что модель абсолютно такая же. То есть здесь есть специально такие вот геометрические штучки. На самом деле это необычно, и делает реально костюм таким неординарным, не как у всех. Также есть такая эмблемочка City Star. Но я думаю, по поводу швов и по поводу того, как это сделано качественно, уже можно ничего не говорить. Но я скажу, потому что реально все прошито очень качественно. Посмотрите. Вот здесь обычно везде торчат нитки у других производителей. Здесь все супер круто. А, в смысле XS? В смысле XS? Я не поняла. В смысле, я буду жаловаться. Какой XS? Я не влезу в XS. Что-то пошло не так. И... Ну, потому что я не могла заказать XS, ребят. Ну, будем мерить. Ну, по размеру она такая же, как белая, да? Да. Она не выглядит как размер XS. Так, у меня очень много вопросов и мало ответов. Если это размер XS, я просто теоретически в него не влезу, потому что где L и где XS? Извините меня, пожалуйста. Ну, ладно, я примерю. Надеюсь, влезу. Если не влезу, то не влезу. Придется делать возврат, и я думаю, там никаких проблем не будет. Мне просто пришлют мой размер. Вот и все. Отменяем панику, дамы и господа. Размер не XS. Ну, потому что в XS я бы теоретически даже не влезла. Это на 3 размера меньше, чем мне нужно, если мне 4. А все село очень хорошо. Вот худи, вот прям мой размер. Насчет брюк, они как будто чуть-чуть мне маловаты. Они не маловаты, они просто в обтяг. Но в целом, то есть носибельно. Ходить можно, может они еще чуть-чуть подрастянутся. Смотрится прикольно. Мне нравится самое главное, что толстовка свободная, это удобно, это хорошо, очень приятные здесь большие карманы, но это явно не XS, ребят, хоть на ней написано XS, это точно не XS. Капюшон глубокий, но не такой, как в белом, но глубокий, глубже, чем у бежевого, то есть прикольный костюмчик, по ощущениям, как будто реально размер чуть меньше, чем L-ка. Не знаю, надо будет написать и уточнить. Ну что, ребята, мы все с вами примерили, заценили, я думаю, пришло время вам написать в комментариях, какая одежда вам понравилась больше всего, какой комплект из костюмчиков, ну или вообще, какая вещь из этой распаковки вам зашла, и вы бы ее хотели себе. Вообще, мне понравилось вообще абсолютно все. Самое главное, мне понравилось соотношение цены и качества. Во-первых, City Star пытаются удержать цены, ну, потому что это реально сейчас очень важно, чтобы как бы поддержать своих покупателей, чтобы они не переплачивали, но они вроде как с этим справляются, не молодцы. Удерживают их на плаву, но я понимаю, как им это сложно. Ну и самое главное, это качество. Ни один масс-маркет с этим не сравнится. Вы сами все видели, идеальные швы, идеальная, приятная очень к телу ткань. Но, в принципе, нету никаких придирок к тому, что там где-то что-то бы торчало. Вот где-нибудь в Заре вы такое встретите, вообще
нет. Также, как я вам обещала, приятный бонус для моих подписчиков. Вам будет скидочка 5% на заказ по промокоду MashaZoom. Вообще на любой заказ, все, что вы захочете там заказать. Верхняя одежда, костюмы, футболки, платья, блузки, топы. В общем, все абсолютно может быть со скидочкой 5%. Ссылку на сайт я обязательно оставлю в описании. Кстати, у них есть прикольный Телеграм. Про Телеграм все рассказывают. Вот про свой я сегодня вам не рассказывала, а про Телеграм City Star расскажу. В общем, можете зайти туда, посмотреть. Там даже есть видео с производства, представляете? Возможно, на этом видео шили как раз-таки какой-нибудь мой костюм. Самое главное, быстрая доставка. У H&M, может, такой быстрой доставки не было. Теперь я обновила свой гардероб на весну, чему я очень рада, даже несмотря на то, что всякие санкции, все закрыто. Мне теперь есть в чем ходить. Так что если и вам хочется что-то новенькое в гардероб, при этом качественное и за хорошую, приятную цену, советую этот сайт и этот магазин. Ссылку на него оставляю в описании. Обязательно воспользуйтесь промокодом, чтобы получить скидку 5%. Это очень приятно. Но на этом все, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых роликах. И всем пока!